Погода этим летом на территории Рязанского региона преподносила много сюрпризов, и, к сожалению, не все они были приятными. В Рязани в отдельных районах области за сутки выпадала почти месячная норма осадков в виде дождя. В это лето стихия не на шутку разгулялась. Наводнение в Шацком районе, град в Сапожковском, в Клепиковском районе ураган снес крыши с жилых домов. Что же готовит нам последний месяц лета? В эти выходные погода будет солнечной. Температура воздуха ожидается немного выше среднесуточной нормы для этого времени года. На территории Рязанской области сохранится летняя комфортная погода. Осадки маловероятны. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 25-27 градусов, из-за чего в отдельных районах области наблюдается высокая пожарная опасность. По данным синоптиков, в первой половине следующей недели погода кардинально начнет меняться. Во вторник ожидается понижение температуры воздуха и, возможно, пойдет сильный дождь. Пасмурная и дождливая погода сохранится до конца недели. Следующая рабочая неделя будет уже неустойчивой. Ожидаются дожди со вторника, умеренный ветер северной четверти и температурный фон понизится. Преобладающая температура воздуха в ночные часы 8-13 градусов со знаком плюс, днем в начале недели плюс 20-плюс 25, ну а к концу составит уже 15-20 градусов тепла. Так что в эти солнечные выходные дни еще можно искупаться, например, на озере или сходить на рыбалку. Предстоящее похолодание и дождь на следующей неделе не должны омрачать настроение. Выходя на улицу, необходимо потеплее одеться и не забыть зонт. Семен Иванов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».